Добрый вечер, мои маленькие зрители. Давайте посмотрим игру Синий и Сендет versus Конран и Неткет. Конран желтый. Заболел, наверное, чем-то. А Неткет играет синим. Весьма неплохо пропостил синий. Учитывая то, что Конран здесь его немножко блоканул, подблочил. Ну вот синий нашел лазейку и молодец. Продолжает строить мосты. Сэдэд заборов настроил. Неплохо так гейзеров у Сэдэда. У Неткэта поменьше, конечно. Даже если тут аутпосты помещаются, гейзеров-то нет ни хрена. Спросил как раз сейчас у DVMI, можно ли сделать зеркальные карты, и когда это будет сделано. Он ответил, что он не хочет делать. Играйте в говнокарты. Такой ответ его был. Интересная игра может получиться. Практически равные силы. Есть баррикада. Да, сейчас будет баррикада. Ну, неплохо, и можно еще добавить Вандер Тауэр позади. Ну, у Конрана все равно Верлигиген. Ну и максимум Ману Варс могут быть. И Вандер Тауэр прекрасно справится. А Неткэты могут быть, конечно, Дуздейвовые. Но я тут чувствую, до Дуздейвов далеко. Учитывая плохую экономику. Все-таки 800 каждый Дуздейвов стоит. А Неткэты плохая карта, это не его вина. Неплохо Неткэт пробриджил, кстати. Но низковато. Может быть, здесь его где-то подрезал Сэддэд. Я не успел посмотреть, может быть, он подрезал. Хотя тут по линии мостов видно, что вроде бы не подрезал. Но кто его знает, Неткэт медленный игрок. Вот это я не понял. Возможно, мисклик был. Забавно, одинаковое количество кораблей
у Сэддеда и у Сини. Неплохо Синий играет, я с самого старта отметил, что он неплохо аутпост построил. Вперед прошел мостами. Вот сейчас уже можно сказать, что преимущество на стороне Сэддеда и Синий. Конран-то, скорее всего, все пропукает. Он вообще играть не умеет. А вот Надкат будет деньги копить. У него уже 10 тысяч. Да, деньги копятся, а толку никакого. Ничего он сделать не может. Строил бы хотя бы Thunder Cannons на Булварке. Либо Wonder Tower на Airship. Какая-то польза была бы, а так. Ну, чё, ну сиди здесь тысяч до конца игры. Несколько нейтральных гейзеров. Крабами их вряд ли собрать. Да и аршипы могут собрать, наверное. Много денег, конечно, было. И у Сэддеда, и у Сини. Тут еще прилично. Просто Thunder Cannon спам идет тут. Такого что-то выдающегося не происходит. Странно, что нету Винтауэрс от Неткета, например. В чем проблема? У него 10 тысяч есть. Ну, построил несколько Винтауэрс в наиболее важных местах. Если баррикаду можно было покидать, наверное. На максимальной длине только. Конран зачем-то выдвигает вперед Ice Towers. Может быть, он видит, что нет он мастерской дождя. Да, возможно. Еще место есть у Сини под дождь. Но вряд ли он сообразит, он все-таки игрок низшего класса. Так что, в принципе, неплохое решение от Конрана. Пока нету Acid баррикад. Проиграл свой фланг Конран, хотя времени у него до хрена было, никто ему не мешал пробриджить. Вот, например, Неткет пробриджил, он все-таки смотрит Дензи Кис. А этот косоглазый ему пофигу.
по-видимому, все, GG. Полный разгром Конрона. Хотя вроде силы были равны. Но неожиданно хорошо сыграл Сине. Даже я немножко удивился. Ну, скажем, молодец, Сине. А вот NetCat как раз наоборот сыграл хуже своих возможностей. Просто отвратительно сыграл NetCat, но хуже всех, конечно, сыграл Конрон.